2 в степени 2n минус 1 минус 9n квадрат плюс 21n минус 14. Докажите, что это всегда делится на 27, если n натуральное число. Представьте себе, что a плюс b делится на какое-то число m, и a квадрат плюс b тоже делится на какое-то натуральное число n. Докажите, что в таком случае a в степени n плюс b делится на m для любого натурального числа n. И следующее. Представьте, что функция выглядит так. F от n – это a в степени n плюс b нулевое плюс b1n плюс и так далее плюс bk умножить на n в степени k. И представьте себе, что числа f от единицы, f от двух и так далее – f от k плюс 2 делится на m. Докажите, что в таком случае для любого n f от n делится на m. Давайте я повторю условие. 2 в степени 2n минус 1 минус 9n квадрат плюс 21n минус 14 делится на 27. Другая задача. Если a плюс b и a квадрат плюс b делятся на m, то а в степени n плюс b всегда делится на m. И теперь общая задача. Дана функция а в степени n плюс b нулевое плюс b первое n и так далее плюс b k то n в степени k. Пусть ее значение в первых k плюс 2 натуральных числах имеют общий делитель m. Оказывается, в таком случае и все значения тоже делятся на m.